Друзья, для любителей пообсуждать название приемов, я покажу вам вертушку и покажу вам кочергу. То, как делаю я. Чтобы у вас не оставалось насчет этого никаких сомнительных, скажем так, отзывов. Смотрите, руку прихватываю плотно. Отсюда увожу ногу сюда. Смотрите, раз, вывожу и эту руку беру второй рукой. Вот что происходит. Еще раз. Вот, взял. Посмотрите. Вот работа. Вот вертушка. Еще раз. То есть я сам закручиваюсь под него. И таким образом получается вертушка. И ты крутишься, и он крутится. Это получается за счет прихвата руки плотно. Подкручиваюсь под него вот сюда. Руку оставляю у себя. И вместе с ним закрутился. Еще раз. Вот. Одна рука здесь, одна здесь. Плотно я забрал. Вторую забираю в тот момент, когда выкидываю ногу. Раз. То есть, ваша задача уходить в бок. Ни в коем случае не оставаться в этом положении. Этот прием лучше всего выглядит, когда его делаешь быстро. Потому что быстро он получается очень правильно. Вот сюда. Голову прижимаем к его груди, когда вы делаете. То есть, руку к себе и максимально к нему. Вот отсюда, вот, получается. Я держу вот сюда. Увел. Вот вам, пожалуйста, вертушка, друзья. Теперь, по многочисленным просьбам, кочерга. Вот она, кочерга. Взял руку, вторую руку подводишь. Вот кочерга. Еще раз. Вот кочерга. Вот кочерга. Вот кочерга. То есть, у кого как, версия такая есть. Версия есть со стойки. В бок. Их очень много, ребята. Все эти приемы обсуждать, давать им название. Ну, например, один мой тренер говорит, что это кочерга, другой говорит, что это вертушка, третий говорит, что это колено, спина, бросок. Четвертый еще как-то его назовет, пятый вообще погремушкой это назовет. Неважно, главное, чтобы он был рабочим. Поэтому работайте, вот вам вертушечка. Раз, два, выводим. Закручиваемся. И вместе с ним входим сюда. Еще раз. Вот такой. Вот отсюда взяли. И отсюда подводим. Вот такой вот бросок. Надеюсь, вам понравится. А то, что мы показывали раньше, это вертушка. Потому что руку я ставил вот сюда. Когда я его делал, это одна из версий вертушки. Кочерга же, это когда ты держишь руку и руку не отпускаешь, и локтевой сустав не ставишь на ковер. Вот так вот. Называйте как хотите, главное делайте. Всем добра, всем здоровья. С вами был я, Мамед Исаев, и мой ученик Имам Керимов. Смотрите нас на канале Pro Team. До свидания.